Вы можете представить, кто где? Так, это нам представила Лопатина Татьяна. Деревня Галашова. Это Ястребова Любовь. Хлеб, мед. Деревня Вербина. Здесь у нас прибыл такой вот каравайчик из Неверова Слободы. Приготовила его Галина Муранова. Такой прекрасный торт нам испекла Анна Ляпина, поселок Пустяки. Также она представила на наш суд медовые прянички. Так, это вновь Галина Муранова, Неверова Слобода. А это блюдо прибыло уже, конечно, порезали, ржаные лепешки прибыли к нам из Нижнего Ланника и приготовила их Лидия Ивановна Красильникова. О, прямо из ржаной муки? Да. Да. Так, здесь у нас что? Похвала, приготовленная Валентиной Сергеевной Москвиной. Вот медвежью лапу уже попробовал, скушали, да. Очень вкусно. Это у нас Копкина Надежда Михайловна. Так, что там дальше не вижу? Так, салатик. С медом. Медовый салатик кем у нас приготовлен? Татьяна Борисовна. Так, это у нас прекрасные медовые кексики, приготовлены Пестяковским райпо. Пестяковским райпо у нас вот. Вкуснейший квас представлен на нашу выставку. Как квас? Это не медовуха? Нет, это квас. А, просто медовуха, квас, да? Вот, а можно квас попробовать? Да, конечно. А кому отдавать? А вот сюда. То есть он такой не до этого, да? Пробуйте. Не до градусов, да? Нет, ну нет. Обычный квас. Это квас окрошечный. Ух ты! Первый вкусный? Раз пробую, очень да? Вкусно. Очень вкусно, ну, да. Первый раз, да. Надо же. Так, ну и дальше чак, продолжим. Чак. Шубина да. Татьяна Лазаревна испекла нам торт медовик бархатный. И вот такой вот красивейший, вкуснейший чак-чак представлен Татьяной Сергеевной Гордеевой. Здорово. И это все... А медовуху на ваш представил Олег Вячеславович Смолин. То есть во всем этом представлен мед, да? Все мед, продукты. Я тоже мед. Хочу попробовать. Ну, Вкуснятина какая.